Я вообще давно заметил, что именно армяне, которые живут в Армении, большая их часть, самая разумная, на мой взгляд, хочет мира и хочет, чтобы эта бесконечная война закончилась. А армяне, живущие во Франции, армяне, живущие в Калифорнии, не все, разумеется. Я говорю про тех, кто громче всех как бы призывает биться за великое армянское дело. В Москве прямо призывают, как говорится, разным действиям, которые точно не пошли бы на пользу армянам, которые живут на своей родине. Но зато пошли бы на пользу разного рода миллиардерам, подобным Рубену Варданяну, который приехал, объявил Арцах, так армяне называют Карабах, значит, колыбелью армянской цивилизации, и обратился к США и Европейскому Союзу с просьбой помочь регулировать проблему, защитить армян, как он выразился, Арцаха. А, собственно говоря, разве эта защита уже не предоставлена президентом России, президентом Турции? Разве президент Азербайджана не гарантировал гражданам Азербайджана армянской национальности, да и любой другой национальности, культурное развитие, безопасность и так далее, и так далее, и так далее? Нет, надо обязательно втянуть туда США и Францию.